Греции, но он обязательно состоится летом 2017 года. Вы знаете, это незабываемое путешествие к творческому лагерю в Греции. Прекрасные условия проживания, впечатляющая экскурсионная программа, возможность принять участие сразу в двух международных фестивалях. Величественная гора Олимп, остров Скиатос. Удивительные метеоры ждут вас на фестивале в Греции. Там же вы сможете обменяться творческим опытом с участниками из многих европейских стран. Ну и, конечно, окунуться в культуру страны с глубокой, яркой историей, друзья. Самое время нам с вами продолжить. Еще одна замечательная участница под номером 25, представляющая город Днепр и студию Полспорт Анны Румянцевой. Встречайте, Полыга Мила! Ваши овации! Поддержим аплодисментами, друзья, наших маленьких принцесс Полыга
мило для вас выступала. Ну что ж, дорогие друзья, наступил момент, когда мы дадим возможность нашему жюри немножко передохнуть, буквально 10-15 минут, небольшой перерыв для того, чтобы перевести дух, и совсем скоро мы с вами обязательно...